биологом. С 5 до 6 мы учим детей плавать. Даже уроки по серфингу есть, это с 6 до 12 лет. Потом water sports, водные виды спорта. Я сейчас говорю, это круто. Да? Так, как его открывать? Еще раз смотрим. Еще вышка. Рыба мягкая игрушка. Так, и лев, да? Лев. А лев что с ним делать? Собирать пазлы. Кстати, он полностью. Можно разобрать его и опять собрать. Ну все, круто. Да, и здесь, по-моему, даже карандаши должны быть. А, да, есть карандаши. Так, туда еще есть такой интересный.